Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии недели. Как мы предполагали, даже по причине отсутствия знаковых интересных событий, которые мы могли бы увидеть в содержании экономического календаря, рынок показывает интересную динамику, мягко говоря, волатильность гораздо выше среднего, и все это отголоски, резонанс, опять же, тех обсуждений, которые сейчас идут относительно перспектив развязывания торговой войны. Хорошо то, что на рынке есть какая-то кульминационная идея, которую можно отыгрывать, которую можно использовать для того, чтобы оправдать какую-то определенную динамику по инструментам. Хорошо, что на рынке есть вот эта идея, которую вообще стоит иметь в виду, проявляя спекулятивную активность. Это лучше, когда рынок в безыдейном состоянии, без каких-либо выраженных однонаправленных движений, и мы, собственно, варимся в своей каше, пытаясь понять, что же может стимулировать какую-то интересную динамику. Сейчас ситуация совершенно другая, поэтому я предлагаю даже не расстраиваться, то, что даже и текущая торговая сессия по содержанию, по хронологии, опять же, не приготовила нам ничего интересного, хотя завтра мы уже будем снова фокусироваться на статистике американского происхождения, завтра данные по темпам экономического расширения и индекса расходов на личное потребление, который для многих трейдеров, для которых ФРС и политика не пустой звук, знает то, что эта статистика является сигналом, а может быть даже и индикатором будущего роста инфляции, а если мы говорим про инфляцию, значит, мы говорим про конкретные аргументы, которыми можно руководствоваться при принятии решения о покупке либо продаже доллара. Ну, конечно же, продажа доллара, я думаю, актуальна только в одной торговой идее, если соперником американца выступают защитные инструменты. Что касается других валютных пар, то здесь у американца шансов на то, чтобы вырасти, конечно же, в долгосрочной перспективе гораздо больше. Ну, об этом мы, собственно, поговорим. Доллар, сегодня фунт в центре внимания, евро и фондовые рынки. Я предлагаю вот основной упор сегодня сделать на эти инструменты, ну, потому что в ходе вчерашних торгов именно они показали интересное движение. И в целом, я думаю, то, что именно вот эти мажорные инструменты в ближайшее время покажут также довольно интересные движения. Ну и, конечно же, мы поговорим про нефтянку. Друзья, большое всем спасибо за ваши комментарии, которые вы оставляете на нашем канале на YouTube. Спасибо за, скажем, ваши торговые идеи, которыми вы делитесь на форуме Markets, очень похвально. Мне всегда приятно осознавать то, что мы все-таки в рамках компании Markets уже сплотили большой такой трейдерский коллектив людей, которые не только, скажем, получают информацию, но и с большой радостью, скажем, неохотой делиться этой информацией. Безусловно, чем больше мнений, чем больше позиций, тем больше шансов у нас принять стоящее, интересное, перспективное и потенциально профитное торговое решение. Поэтому я призываю вас лишь к тому, чтобы эту активность не сбавлять по оборотам, напротив, только наращивать. Большое спасибо тем, кто стал первыми, скажем, представителями этого трейдерского сообщества, которые стали активно делиться своими позициями. По поводу комментариев, друзья, вот в последнее время очень много я вижу ваших пожеланий о том, что нужно давать в идеале по конкретной точке входа и уровне, потому что, скажем, многие трейдеры, которые сейчас начинают уделять большое внимание фундаментальному анализу, только, скажем, присоединяются к нашему коллективу, разумеется, только начинают постоянно следить за брифингами, и зачастую очень трудно, не имея четкого представления о том, с чем мы работали раньше, соответственно, не имея четкого представления о том, какими мы уровнями руководствовались, проявлять эту торговую активность. Я по мере возможности, собственно, буду давать вам эти уровни, друзья. Давайте на них ориентироваться, тем более, что лучше, конечно же, делать так, чтобы эти уровни не противоречили тому фундаментальному анализу, который мы проводим. Соответственно,
Если впереди у нас есть хороший, скажем, ценовой рубеж, от которого можно оттолкнуться, чтобы провести какую-то краткосрочную спекуляцию, безусловно, эти уровни будут озвучены. Ну, давайте теперь закончим с вводной частью, перейдем непосредственно к нашему анализу. И, как и всегда, с нефтянки. Я сегодня не буду останавливаться на ней подробно, поскольку новостной фон за минувшую торговую сессию ничуть не изменился. Мы видели, как сокрытие котировки пытались прорваться выше $70 за баррель, силёнок покупателей не хватило, последовал откат, закрытие на уровне 69.49. Если сейчас оценивать динамику Брента, тоже держимся ниже этой планки, 69.56. Помимо технических факторов, уверен, что если бы была возможность сейчас послушать фидбэк от техников, многие бы обозначили ряд технических индикаторов, осцилляторов, которые можно было использовать в качестве барьера непреодолимого для, собственно, нашествия вот этих длинных позиций и барьеров, которые уже поспособствовали отбою этого инструмента и коррекция, которая, ну, не то чтобы сильно сейчас развивается, конечно же, но все-таки мы ушли ниже 70, и пока мы держимся ниже 70, не то чтобы спокойно, но все-таки не так уже и страшно, если бы, скажем, мы работали с действительностью, когда котировки держались бы выше $70 за баррель. Все-таки психологический рубеж и важность данного уровня, она очевидна. Помимо технических факторов, я считаю то, что трейдеры все-таки пока активно еще обсуждают перспективу возрастания торговой войны, которая может быть чревата замедлением темпов роста мировой экономики. Вы же понимаете, что если будут действительно признаки того, что в этом противостоянии будут втянуты все больше и больше количество регионов, имеющих очень большой удельный вес в динамике мирового ВВП и, соответственно, вклад от этого темпа экономического восстановления реально могут пострадать. И на фоне замедления темпов роста мирового ВВП, конечно же, можно будет говорить и о более скромных аппетитах на углеводороды. Эта идея, как ни крути, она сейчас тоже актуальна, и продавцы могут использовать ее, чтобы, скажем, иметь еще один дополнительный аргумент, на основании которого можно было бы нефтянку продавать. Также мы видим то, что участники рынка с большой охотой возвращаются к статистике по штатам, по добыче нефти, по уровням производства, по запасам и так далее. То есть статистике, которая позволяет тоже делать определенные выводы о том, насколько глобальный рынок будет перенасыщаться сырьем со стороны данного региона. По статистике у нас отголоски пятничного Baker Hughes, количество нефтяных терминалов перевалило за юбилейную планку 800 единиц, 804 сейчас актуальная цифра. Напоминаю, что эта статистика от нефтесервисной компании является опережающим индикатором роста активности американских производителей. Вот, собственно, опираясь, опять же, и на высокие темпы прироста, администрация нефтехимической информации, как вы помните, пересмотрела прогнозы нефтедобычи до конца, собственно, этого месяца, на апрель, который вот уже совсем скоро начнется, до конца 2018 года, повысив планку по ориентирам до 11,17 миллионов баррелей в сутки с 11,04. То есть здесь уже отсылка на официальное ведомство, которое работает с цифрами, с реальностью, и если обозначает такие прогнозы, ну, мы как минимум можем ориентироваться на них, как максимум можем даже говорить о том, что эти ориентиры и цели будут перевыполнены. Поэтому, если Штаты при сохранении текущих темпов действительно в ближайшие месяцы перевалят за отметку в 11 миллионов, мы снова будем говорить заговорим о лидерских позициях США на глобальной арене по производству и будем касаться тематики того, насколько, скажем, рост нефтедобычи нейтрализует сокращение производства участниками энергетического пакта.
Это тоже довольно интересная тема, кстати, именно на перспективу продления энергетического пакта до 2019 года. Котировки росли в конце прошлой недели, но сейчас мы видим, друзья, то, что восходящая динамика, она явно замедлилась, и время от времени инициативу перехватывают продавцы. О чем это говорит? Это говорит о том, что быки, может быть, на рынке по-прежнему присутствуют, но для того, чтобы они закрепились выше 70 долларов за баррель, им нужно куда больше фундаментальных оснований, нежели чем вероятность и предположение того, что энергетический пакт будет продлен, либо вероятность и предположение того, что США ведут те же самые санкции против Венесуэлы и Ирана, даже несмотря на кадровые перестановки, которые сейчас идут в Белом доме, и перестановки, которые усиливают, опять же, вероятность вот этого протекционизма со стороны ведущей экономики мира. По нефтянке, друзья, я считаю, что мы пока держимся ниже 70, пока у нас есть возможность ориентироваться на причины, достойны для того, чтобы отработать их через коррекцию, имеем возможность продавать пока нефть. Для меня лично этот ориентир сейчас приоритетом. Для тех, кто только подумывает о том, чтобы продать нефтянку, либо поторговать, поспекулировать этим активом, считаю то, что можно разместить отложенный ордер sell stop на отметке 69.10. Впереди у нас блок статистики по запасам нефтедобычи. Надеюсь, то, что эти данные смогут поддержать именно настрой продавцов. Рубль 57.20, стоило только немного катиться нефтянки, рубль тоже проявил слабину против основных конкурентов, и в частности, мы снова говорим о потенциале девальвации цели. Я думаю, что повторять сейчас нет смысла. Мы все равно не сможем увидеть котировки пары доллар-рубль выше 58-50, пока цена на нефть не снизится в районе 65. Но ожидание этого есть. Доллар японская, иена вчера, безусловно, на открытии недели американец смотрелся довольно интересно, интенсивные движения, снижение до, как валютной пары, 16-месячного минимума. Это все тоже следствие роста угрозы, усиления торговых разногласий, роста протекционизма и угрозы, связанные с торговой войной. Ну и довольно актуальной темой для Японии, соответственно, японская валюта сейчас является политический скандал, о котором, я думаю, тоже мы немного поговорим и будем следить вообще за тем, как обстоят дела с данным новостным фоном. Ну вот что касается торговых войн, напоминаю, что на прошлой неделе Трамп подписал президентский меморандум о введении торговых барьеров для китайских экспортеров, поручил также разработать срок в 15 дней, точнее установить перечень товаров, в отношении которых будет действовать 25% пошлина. Также отдельное поручение было дано Министерству финансов, чтобы те разработали ряд мер, которые сдерживали бы возможности, ограничивали бы возможности китайских инвесторов по доступу к американскому технологическому сектору. Собственно, друзья, на этом новостном фоне, безусловно, существенно вырос спрос на защитные активы. Мы о риске такого поворота говорили, и, собственно, действительно, доллар японская иена оказалась существенно ниже отметки 105. Сейчас идет восстановление, и вы должны знать, что это восстановление тоже связано с политической темой. Но вот прежде чем к позитиву перейти, хочу еще все-таки пару слов отметить про политический скандал в Японии. Он связан с тем, что довольно много видных чиновников, представителей высшего эшелона власти, имеющего непосредственное отношение к администрации премьер-министра Японии Синзо Абе, сейчас являются фигурантами довольно громкого общественного скандала по незаконному, скажем, присвоению определенных имущественных прав на большие земельные участки. И в этом, собственно, скандале фигурирует супруга Синзо Абе. Почему политический фон сейчас провоцирует повышенный спрос на японскую валюту? Я хочу отметить то, что Синзо Абе – это премьер-министр, который у руля уже довольно долгий период времени, и именно он является идеологом вот этой политики Абэ-экономика, политика агрессивного стимулирования, политика, которая направлена на разгон инфляции, на увеличение денежной массы, и политика, при которой японская валюта позиционно была довольно слабой.
Соответственно, если речь идет о политическом скандале, значит, речь идет о потере определенного количества политических очков для Синдзаабе. И может возникнуть такая ситуация, при которой доверие к нему действительно пошатнется. Это приведет к определенным тоже изменениям кадрового состава верхнего эшелона власти. Кто знает, может быть, через потенциальный вотум недоверия мы столкнемся с проблематикой назначения нового премьер-министра. Кем он будет и будет ли вообще такие изменения, это большой вопрос. Но то, что может измениться монетарная политика при новом руководстве, ну, это, наверное, действительно так. И трейдеры, обычно прогрессивно мыслящие, стараются, как правило, прийти к проработать все возможные сценарии любого новостного фона и тоже допускают, что монетарная политика может потерпеть серьезные изменения, и, соответственно, Банк Японии уже не будет так агрессивно стимулировать экономику и создавать условия для слабости курса национальной валюты. Но не знаю, может ли этот новостной фон без каких-либо подробностей дальше выступать причиной повышенного спроса на иену. Я думаю, что вряд ли. Наверное, если в ходе дачи показаний отдельных фигурантов, собственно, этого скандала будут эти подробности, мы поработаем с тем, как они будут дисконтироваться в курсе. Пока что я озвучивал вам новостной фон, который интересен. Вы держите его про запас, что, если будет в этом необходимость и будут соответствующие возможности новостные на рынке, мы к нему вернемся. Но пока я предлагаю все-таки сфокусироваться на противостоянии США и Китая и перевести, скажем, вот этот обзор на более позитивное русло. Почему? Потому что вы наверняка заметили то, что американская валюта против иены выросла. И причина роста кроется в том, что между США и Китаем сейчас идут активные, мы будем надеяться, что действительно, негласные кулуарные переговоры. Все это следствие того, что Китай проявил более сдержанную позицию по ответным мерам. Как вы помните, если США сейчас прорабатывает возможности введения импортных пошлин на долларовый эквивалент 60 миллиардов долларов, то Китай, который мог ответить абсолютно соразмерным образом, пока что допускает вот подобных аналогичных импортных пошлин для американских экспортеров на сумму всего лишь 2,5-3 миллиарда долларов. И, кроме того, китайские власти отметили, что они не хотят усиления вот этого протекционизма. Они не хотят ввергать мировую экономику в вот этот хаос, в состоянии торговой войны. Они готовы обсуждать и искать компромиссный какой-то выход из сложившейся ситуации, который, безусловно, должен опираться на принципы равноправия и международные, скажем, торговые стандарты и взаимоуважение участников вот этого переговорческого процесса. Поскольку рынок все-таки осознал после негатива, с которым мы работали, что все-таки решение Трампа – это еще не железобетонное решение, и, возможно, все-таки Китай и США смогут договориться, это позволило выдохнуть трейдерам и немного снизить этот накал страстей, и это привело, собственно, к установлению котировок доллара. И плюс ко всему, вот этот локальный позитив еще базировался на прецеденте того, что США все-таки смогли договориться с Южной Кореей, потому что импортные пошлины на поставку стали действовали и для этого региона, но Южная Корея предложила компромисс, в соответствии с которым они сократят поставки, скажем, того же самого, той же самой стали. Взамен на это США дали добро на поставки большего количества автомобилей, но избавили Южную Корею от такого неприятного для торгово-партнерского союза положение, как импортные пошлины. Соответственно, сейчас те, кто следит за этим новостным фоном, полагают, что и надеются. Но я признаю, друзья, то, что в данном случае я тоже больше склонен к позитиву, что Китаю также удастся договориться с Соединенными Штатами Америки. А поэтому, если этот позитив будет на рынке сохранен, то спустя какое-то время мы наконец-таки сможем снова вернуться к росту доллара не только против рисковых инструментов, но и против защитных компонентов. Что касается
пары доллар-японская иена. Я предлагаю для тех, кто еще не торгует этой валютной парой, попробовать использовать отложенный ордер buy limit с отметки 115.25 в расчете на то, что позитив будет сохранен. Фунт против доллара. Друзья, здесь мы с вами тоже продолжаем работать с прежним новостным фоном. Это двухлетний переходный Brexit, хорошая статистика роста заработных плат и фактически подготовка к ужесточению политики в мае. Поэтому фунт растет, это то, что соответствует нашим с вами ожиданиям. Котировки 1.4232. Я думаю, что для тех, кто не присоединился к этому ралли, еще можно это сделать. Лучше бы, конечно же, входить в эту позицию сейчас на локальных откатах. Поэтому, на мой взгляд, уровень для дополнительного наращивания длинных позиций довольно комфортным является 1.42, то есть на этой отметке можно разместить отложку buy limit. Что касается европейской валюты, вы тоже все прекрасно вчера видели, то, что евро показал довольно интересное восходящее движение. Европейская валюта прорвалась выше отметки 1.24, сейчас котировки 1.2451. Соответственно, по мере приближения к планке 1.25 снова все стали отмечать тот факт, что ну, такие котировки являются уж явно подтверждением чрезмерной бодрости европейской валюты, чрезмерного роста. И вчера, собственно, мы, может быть, кто-то из вас наблюдает за европейскими индексами, могли заметить то, что на фоне того позитива, который я отметил, договоренности потенциальных между США и Китаем, не только американские индексы росли, но и европейские тоже. Но под конец торговой сессии все-таки укрепление курса европейской валюты нейтрализовало вот этот положительный эффект. Почему? Потому что дорогая валюта, уж тем более такая дорогая, как сейчас, евровалюта, она создает угрозу для национальных производителей и, скорее всего, станет причиной еще большей просадки торгового баланса, сокращения профицита и падения показателей экспорта. Это, собственно, и привело к снижениям европейских индексов. Я думаю, что сейчас мы находимся как раз на пороге разворота. И если вы хотите поспекулировать с европейской валютой вот как раз сейчас на факте перекупленности, то, на мой взгляд, являются довольно комфортными уровнями для продажи. Это 1.2480, то есть на этой отметке можно разместить отложку sell limit. А что касается фундамента, то вчера, собственно, позиции евро роста был подкреплен еще комментариями президента Бундесбанка, члена управляющего совета Европейского центрального банка Вайдмана, который снова в жестком ключе высказался о действующей программе количественного смягчения, отметив то, что ее нужно сворачивать. Но в этот раз к его комментариям с большей серьезностью отнеслись, возможно, по той причине, что, скорее всего, именно Вайдман в октябре 2019 года сменит Марио Драги на посту председателя Европейского центрального банка. Ну, до этого еще очень много, долго времени. Я предлагаю пока не зацикливаться на кадровых перестановках в рамках Европейского центрального банка, а просто работать с фактом перекупленности евро. И, к примеру, воспользоваться рекомендацией продать евро в случае тестирования сопротивления 1.2480. Что касается американского фондового рынка, мы снова отступили от локальных минимумов на том же самом позитиве, о котором я говорил. То есть, если в конце прошлой недели американский фондовый рынок валился из-за угрозы разрастания и развязывания полноценной торговой войны, то сейчас, пока идут эти кулуарные переговоры, трейдеры выдохнули и позволили американскому фондовому рынку немного отрасти. Я считаю, друзья, то, что мы с продажами еще не исчерпали потенциал, поэтому те, кто не спекулировал американскими индексами через короткие позиции раньше, у вас есть еще возможность для этого. Например, S&P можно продать с уровня 2640. Моя личная субъективная цель, мы все-таки должны увидеть планку в 2500 пунктов, прежде чем снова начать отрастать. Из важных событий сегодня в 23:30 ждем статистику от Американского института нефти по API. Об этом отчете поговорим, соответственно, завтра. Из других релизов выделить особо и нечего, поэтому работаем с старым фундаментом, о котором мы только что поговорили. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго вам. До свидания.